я, кстати, читал одно из ваших интервью, было как-то так и заглавлено, что я там что-то такое хулиганка, как Лайза Минелли, что-то там такое было. Ну, я, может быть, ну она-то вообще потрясающий хулиган. Я тоже. Но здесь я именно говорю сейчас о хулиганстве сценическом, именно на сцене, потому что без этого шоу не получается. Ну, может быть, именно поэтому это самый такой долгоиграющий мюзикл из всех голливудских. Это бриллиант. То есть из всех бродвейских. Я голливудское прилагательное употребил не просто так. Вы смотрели экранизацию, конечно, конечно же, наверное. Конечно. Я смотрела спектакль в Лондоне. Так. Вот этой же постановки. Ага. Вы как зритель туда приходите или как профессионал для того, чтобы что-то вот снять, позаимствовать, понять? Я пришла вот на спектакль «Чикаго в Лондоне» абсолютно как зритель. Мы пришли вместе с моим дядей, который обожает этот мюзикл. Когда он услышал, дядя экономист, он... То есть не имеет отношения, он не имеет отношения, да, к профессии, папы, а это папин брат, так, родной. И прошу прощения, он старший или младший? Младший. Так, пять лет у них разница, вот, но поскольку Денис, мой дядя, он совершенно окружен всеми членами семьи, которые куда ни плюнь, кто-то, значит, где-то выступает, вот, он вообще сам, ну, театрал, он человек, который постоянно ходит в театр, на оперу, на балет, он очень это любит, вот, и, конечно, очень нами гордится и радуется за нас. Когда он услышал, что я, значит, пошла тряхнуть стариной на кастинг на Чикаго, у него прям он загорелся, потому что у него были какие-то даже сомнения. Он говорил: нет, ты не понимаешь, ты должна. Вот, и я, честно говоря, подумала, что же я не должна его разочаровать. Я уверен, что его не разочаровали. А, кстати, почему так получилось, что он по стопам старшего брата вашего родителя не пошел, вот как бы, ну, то, что я называю шоу-бизнесом. Мы говорим, что это единственный в нашей семье приличный человек, который выбился в люди. Единственный. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».